По поводу ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе. За прошедшие сутки в области зафиксировано 108 случаев заражения коронавирусом. В целом, с начала распространения коронавирусной инфекции в регионе заразились 25 162 человека. В настоящее время инфекционная больница загружена на 58%. Лечение в стационаре проходит 643 человека. 47 пациентов находятся в критическом состоянии. За прошедшие сутки от COVID-19 умерло 5 человек. А всего с начала пандемии 224 к Северо-Казахстану. Субтитры